Ивгорэлектросеть строит в Авдотьино новую трансформаторную подстанцию. Развивающемуся микрорайону такой объект просто необходим. Энергию от подстанции будут получать два многоквартирных дома. Благодаря новым технологиям, которые применяются в строительстве, данную подстанцию в будущем можно будет реконструировать, тем самым увеличив мощность. Здание построено с таким условием, что в любой момент можно эти трансформаторы поменять на более мощности. Мощные трансформаторы до 1000 кВт. Значит, здесь на сегодняшний день есть небольшой резерв, а если мы при необходимости поменяем на два этих трансформатора, то мощность появится дополнительно порядка 700 кВт мощности. Кроме того, по всему городу Ивгорэлектросеть сейчас проводит плановые ремонтные работы. Глава администрации оценивает предприятие как стабильное. Предприятие сегодня работает стабильно. В этом году произведен ремонт 125 трансформаторных подстанций. Строится, как вы видите, новая трансформаторная подстанция. Поставлено 218 новых опор линии электроосвещения современных и проложено более 3,5 километров новых электрических кабелей для того, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение нашего города. Строительство новых трансформаторных подстанций в городе будет продолжено. В этом году возведут еще 3 новых подобных объекта. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.